Всем добрый день. Сегодня у нас 4 ноября. Должен сказать, неплохой день. Я нахожусь в центре города Силами. Вот, хочу, публиковал фотографии Приморского бульвара. Хочу немножко снять видео, как сейчас выглядит на данный момент. Но это еще не конец строительства. Строительство продолжается. Сейчас я поснимаю. Но здесь, кто давно не жил в Силами, такую доску вместо доски почета стала доска с картой нашего города. Так, это дом культуры Силамяевский наш, как говорится, Кремль я его называю, но он называется тот самый Горуправа. Ну, сейчас вот я подойду поближе, поснимаю. Потом подъеду к строящейся беседке. Оттуда пару фотографий тоже сфотографирую. Вид снизу будет на Приморский бульвар. И, соответственно, поснимаю там тоже, как сейчас выглядит все это на данный момент. Сейчас хорошо снимать тем, что нет деревьев. То есть деревья есть, но они без листьев. Очень удобно снимать, так как все видно, все на виду. Ну вот я нахожусь как раз у знаменитой Силамяевской лестницы, которая идет на Приморский, не которая идет, а спуск идет на Приморский бульвар. Вот. Вот такая обстановка. Многие люди фотографируются, фотографируют также лестницу. Вот. Ну, на данный момент так выглядит наш Приморский бульвар, вид сверху, скажем. Там еще облагородят внизу, в клумбе цветы посадят. В общем-то, будет все хорошо и красиво. Сейчас я поеду вниз, съезжу, поснимаю беседку ту и снизу поснимаю наш Приморский бульвар. Да, и посмотрите ролики про строительство дороги. Сейчас тоже поеду поснимаю у бывшего Пигельмана, как там обстоят дела с новой строительством дороги, как ее называют, накопительная дорога. Всем спасибо, всем удачи, хорошего настроения. Чтобы все было у вас хорошо. Спасибо.